Сегодня в Абакане бойцу контрактной службы Альберту Белякову вручили орден мужества. Альберту Белякову 22 года. Старший наводчик артиллерии служил в зоне проведения специальной военной операции 4 месяца. И лишь из-за ранения ушел из рядов вооруженных сил. В мирной жизни он планирует заняться изучением иностранных языков. Но время на передовой запомнится навсегда. Я знал, куда я еду. Я знал, что надо делать. Я выполнял свои обязанности, чтобы уберечь своих товарищей, уберечь население, где проходит сейчас военная специальная операция. А я очень рад, что я удостоился этой высокой награды. Знаю, что она не вручается не каждому. Я вот спокойно с возвращением ребенка своего сына. Эти 4 месяца, конечно, не бесследно прошли. Но я вот всех матерей, всех родственников, у кого служат жен, я вот призываю, чтобы вот держались, были крепкими и не теряли, главное, надежду.